Я скажу так, у меня очень много друзей, знакомых, нетрадиционной сексуальной ориентации. Это замечательные, талантливые люди, и уже даже наукой доказано, что самые талантливые люди были именно нетрадиционной сексуальной ориентации. И, к примеру, вот мои друзья, они никогда не выпячивают, и они не гордятся тем, что они геи. И уж тем более они не пропагандируют ни детям, ни окружающим, они не выпячивают это. Во всем вообще цивилизованном мире, в принципе, гей-парады – это, не знаю, веселье, это культурный праздник, но я понимаю, что нам, России, еще далеко. Я считаю, принятие вообще таких законов – это просто для, не знаю, отвода внимания от других проблем, нищеты, безработицы и так далее. Вообще эти законы, в принципе, они развязывают руки, не знаю, нацистам, гомофобам. Я считаю, это очень ужасно. Вот. А по поводу усыновления детей иностранными гражданами, ну, тут вопрос спорный. Естественно, нам, россиянам, не хочется, чтобы наших детей усыновляли гейские пары, так как для нас это, в принципе, дико. Но тут, опять же, с какого возраста усыновлять детей? Если ребеночка маленького взяли, то, в принципе, он еще не понимает, что хорошо, что есть плохо. А, естественно, ребенка уже с воспитанием, с каким-то созревшим своим миром внутренним, естественно, нельзя отдавать таким парам, потому что для ребенка это будет шок.